Всем привет, с вами я, Рома. Я хочу сделать полный обзор хэллоуиновского обновления, который вышел практически недавно. И я хочу вам показать, что же в этом обновлении добавили и тому подобное. Скины, аксессуары, тачки, мини-игры. Все я вам покажу в этом видео. Чего, блядь? Если вы еще не играете на этом проекте, не вводили мой промокод, то переходите по ссылочке в описании, скачивайте игру, потом вводите мой промокод с большими буквами, хэштег легионер, вы можете получить такие плюшки от этого промокода. Я не буду вас задерживать, я желаю вам приятного просмотра, а мы начинаем. Пацаны, я хотел поехать на своей машине до Хэллоуина, но у меня не получилось, потому что я врезался и у меня машина сломалась. И ко мне подбежал челик, вот он перед вашими глазами, он сказал, что он мой подписчик. Неожиданно и приятно. И давайте жмем ему ручку и дадим ему парочку денег, потому что я всегда подписчикам буду раздавать деньги, если они меня увидят. Ну, сейчас, может быть, я с ним договорюсь, если он меня подвезет. Да, пацаны, я все-таки его уговорил, и он меня привез уже к Хэллоуину. Офигенно, смотрите, мы уже заехали уже на это место, и смотрите, как здесь все красиво проработано. Все эти деревья, вся эта обстановка, вся эта атмосфера, тут даже пауки тут даже есть. Да ладно, всем похуй, ты че? Офигеть. Так, нам нужно здесь вот припарковаться, потому что здесь будет у нас квестовая линия. Это охранник, мы должны к нему подойти. Так, мы благодарим его то, что он меня привез. Капец, у меня лагает, это невозможно просто. Так, охранник, мы к нему подходим и смотрите, что он нам говорит. Слушай, на нашем кладбище нашли вскрытую могилу. Некоторые охранники клянутся, что видели странные фигуры, а оттуда доносится шепот, словно зовут кого-то. Только вот знаешь, каждый, кто пытался копнуть глубже, исчезал без следа. Если у тебя духу хватит, иди по этой дороге к самому концу, найдешь могилу. Разве ты так? Может, там удастся что-то понять. Хуя не понял. Ну, очень интересно. Ничего себе, вот это у нас приключения будут, у нас уже метка у меня поставилась. Давайте бежим уже к этой могиле, посмотрим, что там у нас интересного. Все, я прибежал, смотрите, сколько здесь тачек, тут даже Форсаж приехали, Вин Дизель. Надо еще найти Полуокера, интересно, где они там. Так, все, я достиг до своего места, и что дальше, интересно, делать? А что дальше делать? Я дошел до метки, и чего? Вот она могила. И что дальше мне делать? Я не понимаю, нет у меня ничего в чате, не написано, ничего не сказали, никакой метки больше нет. И что делать, пацаны? Ой, дурак. Пацаны, я немножко отходил, думал, как тут нужно это все выполнять, и ко мне подошел еще один подписчик и говорит: видос скоро! Уже снимаю. Короче, пацаны, я перезашел, и смотрите, что у меня охранник еще говорит. Скрытая могила. Кто или что могло быть настолько отчаянным, что потревожить покой мертвых? Пора осмотреться. Может, где-то рядом лежит ответ, какая-то зацепка. Внимание на каждую деталь, возможно, именно это откроет тайну. Короче, пацаны, я все понял. Нужно просто найти где-то рядом какую-то зацепку, что ли. И какую-то деталь нужно найти здесь, и он мне скажет ответ. Ну хорошо. Только я не знаю, что тут нужно искать, но сейчас буду уже это искать. Но я не знаю, сколько мне времени это понадобится, но я попробую побыстрее все это найти. Ура, пацаны, я наконец-то это нашел. Я нашел письмо, и мне понадобилось, я не знаю сколько, я уже час точно искал, и наконец-то я нашел. Врата были открыты, но ты найдешь путь, только выполнив его волю. Когда-то здесь была проведена жуткая церемония, и душа покойного вернется, если игрок выполнит его задание. Тебе необходимо отыскать 3 артефакта и вернуть ее душе покойного. Координаты ты найдешь на второй странице. Ничего себе, пацаны. Короче, нужно какие-то артефакты найти. Это клинок, амулет и выгрированная фишка. Ну хорошо, давайте пойдем за этой фишкой. Мне нужно поехать в казино. Ну хорошо, метка уже снова мне поставилась, так что давайте погнали уже туда. Поедем и посмотрим, что это за фишка. Ничего себе, пацаны, я угнал какую-то тачку какого-то пацана, просто у меня скутер пропал, и наконец-то я доехал до сюда. Ну все, я уже доехал уже до метки, мне нужно тут какую-то фишку, и нужно тут найти около казино, ну давайте уже приступим к этому дельцу. Надеюсь, что она вот здесь находится. Опа, все, я нашел фишку, все, первый артефакт я нашел, так что давайте посмотрим, что у нас за второй артефакт будет.
Следующий артефакт у нас по списку это клинок, так что мне нужно поехать в поселок Заря и найти его. Хорошо, давайте погнали уже туда. Все, я приехал, теперь мне нужно тут найти клинок уже в этой поселке. Ну хорошо, давайте сейчас будем уже начинать поиски, надеюсь, что быстренько найдем, потому что я хочу поскорее уже выполнить эту квестовую линию. Она, конечно, интересная, но хочется уже поскорее ее выполнить. Все, я нашел уже клинок, я его уже подобрал, так что давайте. Остается последний артефакт найти. Что у нас теперь по списку осталось? У нас осталось только последнее, это амулет. Мне нужно поехать теперь в церковь и найти его. Давайте отправляемся! Также я буду сейчас его искать и, конечно же, его найти и подобрать. Это фиаско, братан! Все, я перезашел и наконец-то я забираю последний артефакт. И теперь мне нужно ехать обратно в хэллоуиновскую обстановку и отдать охраннику. Все, погнали. Все, пацаны, я пришел обратно к могиле. Теперь мы подходим уже к этой метке, посмотрим, что будет дальше. Ты действительно сделал это. Столько лет я ждал, надеялся, и вот ты здесь, с моими потерянными реликвиями. Благодарю тебя, с их возвращениями моя душа обретет покой. Но прежде ты должен знать правду. Меня предали, лишили всего, чтобы были дорого. И обрекли на вечные страдания. Теперь, когда ты принес эти артефакты, я смогу наконец покинуть это место. Но помни, сила заключена в них, велика. Возьми этот клинок, как мой удар. И пусть моя история предательства послужит тебе уроком. Прощай и будь осторожен. Вот это да, пацаны, неожиданно. Вот это вот квестовая линия прикольная. С такими оборотами, с такими всякими штучками. Вот это да, интересно. А что будем теперь дальше делать? Вы думаете, что это все? Но нет, сейчас я вам покажу еще кое-что. Короче, заходим в этот замок. Находим вот такого смотрящего за кладбищем. У нас тут открывается такая менюшка, магазин и обменник. Обменник мы по помощи него можем на конфеты обменивать на тыквы. И за эти тыквы можно, смотрите, что можно выбить себе, ну то есть купить. Скины, аксессуары, тачки, вот это вот просто топ реально, смотрите. Я вам желаю удачи, что-нибудь себе купить, или может быть вы уже купили что-нибудь из этого, то... Вы реально крутые, просто смотрите, какая вообще красотища. А теперь мы сюда подходим, тут у нас есть мини-игры. Тут у нас есть три мини-игры. Это лес с привидениями, зловещий лабиринт и побег от маньяка. Давайте все это заценим и посмотрим, как тут все работает. Я зашел в мини-игру «Побег от маньяка». Тут можно играть за выживших и за маньяка. За маньяка нужно всех убивать выживших, чтобы они не сбежали. А выжившим нужно починить генераторы и выбраться из этого места. Но и тут есть конфеты, и тут можно их собирать. И смотрите, я вам дам совет. Лучше генераторы не чинить, а собирать конфеты. Потому что при помощи этих конфет можно обменять на тыкву. И можно купить себе тачки, скины и аксессуары. А что, так можно было, что ли? Все, мы починили теперь все генераторы, пофармили конфеты. И вот у нас ворота открылись, и забегаем! Все, и мы наконец-то выиграли эту мини-игру. Теперь у нас вторая мини-игра, это лес с привидениями. Тут у нас 5 человек, и тут они должны убивать призраков. И, конечно, тут тоже есть конфеты, и тоже можно их тут фармить. И, конечно же, обменивать на тыквы и получать всякие прикольные призы. Так что обязательно. И, конечно же, когда вы убиваете призрака, вам будут даваться за одного призрака 300 рублей. Вот это вот тоже прикольно. Можно и пофармить и конфеты, и, конечно же, денежки. Вот это вот очень хорошая халява. Так что обязательно. Вот мне нравится вот этот мини-режим, буду часто в него играть. Ну и последний мини-режим, это зловещий лабиринт. Тебе даются 600 секунд, чтобы ты нашел выход и выбрался из этого места. Если ты не выбираешься, то ты проиграл. И тут, конечно, в лабиринте раскиданы конфеты, тут их тоже можно собирать. И, конечно же, снова обменивать на тыквы. Так что реально, обязательно собираем конфеты, пацаны, пожалуйста, собираем. И, конечно же, тут некоторые говорят, что лабиринт очень сложный, и никто не смог выбраться. Но я, конечно же, хочу посмотреть, смогу ли я выбраться. Просто есть один ютубер, Холмис, и ссылка на него канал я оставлю в описании, но он не прошел. Давайте посмотрим, смогу ли я его пройти. Короче, пацаны, я бегу тут, почему-то за мной челик за мной бежит, хотя я не знаю, я ему говорил, чтобы он отошел от меня. И смотрите, я нахожу выход, и я выбираюсь из этого места, ура! И я забираю свою долю. Деньги есть.
Наконец-то я выиграл этот мини-режим, реально прикольно. Ну, конечно, реально, он сложный был, потому что лабиринт это вообще не для меня. Но все-таки я с трудом его прошел, это вообще капец. К сожалению, видос закончился. Если вам понравилось это видео, влепите лайк, подписка на канал и колокольчик нажмите. Разработчики очень сильно постарались над этим обновлением, я очень сильно доволен, и спасибо разработчикам то, что сделали это. Этого очень сильно не хватало на этом проекте, и напишите в комментариях, вам тоже нравится это обновление. А теперь я буду с вами прощаться, всем удачи!